Всем привет, ZBrush 2019. Вот такая вот болванка пока головы. Еще волос доделал, чуб. Давайте теперь добавим тело. Можно, конечно, тело изначально сделать, как я показывал в предыдущих роликах, самому из сфер или из цилиндров. Потом все это дело дорабатывать, делать какие-то мышцы и так далее. Ну, давайте пойдем по более быстрому способу. Можно взять модель именно вот здесь, ликбокс, вот она уже есть, вот мужская, вот из нее здесь можно попеределать, именно чуть руки переделать в Т позу, допустим, их перевести, ноги чуть раздвинуть и так далее. Или можно скачать, первое — это Make Hammer программа с болванками, или просто найти болванку в интернете. Вот я поискал, нашел болванку. Давайте ее сейчас подгрузим. Кому она будет нужна, я перешлю именно в сообщении, в контактах или drop me файлом. Сделаем, давайте, дубликат. Ну вот, дубликат глаз, допустим, сделаем. Так, жмем дубликат и жмем импорт и подгрузим модель. Так, вот такая вот модель. Кстати, прикольно, качественно сделана болванка. И вот ее можно добавлять. Так, прибавляем. Alt, левая кнопка мыши. Еще ее увеличиваем. Увеличиваем вот где-то вот так. Теперь объединим голову с глазами. Сделаем merge down. Окей. И попробуем голову теперь x-симметрию отключать, чтобы ее не разорвало, не повело. Так, смотрим, что да как. И вот подгадываем под эту голову приблизительно. Так, где-то. Подставляем, немножко приподнимаем. Теперь на модель переключаемся. Замаскируем вот так вот голову и сделаем Ctrl-W. И Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, типа приберем. Ну вот вы видите, что в принципе классно. Так, теперь опять голову. Ну, голова пойдет. Так, все нормально. Потом мы ее подгадаем. Теперь нужно то, что вот голову мы скрыли. Надо ее теперь в моде Fetopology Del Hidden скрыть. Так, переключаемся на модель. Геометрии, моде Fetopology Del Hidden. Скрываем голову вот эту. И вот этих плечей сильно быть не должно, наверное. Приподнимем сейчас грудь, кое-что тут попеределаем. Так, это будет у нас выглядеть... Включаем их симметрия и приблизительно все это дело немножко еще делаем поменьше. Вот так. Где-то приподнимаем. Плечи можно немножко еще приподнять. Вот так. Вот эту часть немножко припустить. Угу. И вот эту часть именно где, так, грудь, вот эту шею можно чуть приподнять, эту чуть подогнать под голову. А вот эту грудь чуть-чуть еще вот так вот дооформить. Так, плечи чуть-чуть вбок, локоть чуть-чуть назад. Ну, такая прикольная болванка. Так. В принципе, по росту тоже соответствие. Возможно, ноги придется... Так, вот эту часть. Вот эту часть. Чуть-чуть приподнять. А вот здесь чуть-чуть сделать еще потоньше. Так, немного задницу побольше. Колени немножко вперед. Вот как-то так. И давайте... Добавим теперь первым делом штаны.
Как это будем делать? Возьмем Ctrl, левая кнопка мыши, и вот отсюда, вот таким вот образом, все это дело замаскируем. Вот так. И сделаем экстракт. Вот пусть потолще, опять же, дублирование ставьте. Показывают в интернете, что дублирование отключает, но тогда вы будете делать DynaMesh, когда, то будет она вся в дырках. Так, экстракт и жмете Accept. Теперь Ctrl, левая кнопка мыши, снимаем маску. И можно теперь поработать со штанами. Так, их вот так чуть-чуть вминаем. Так, и нижнюю часть тоже подравниваем. Так, штаны есть. Следом нам понадобится рубашка. Так. Вот это чуть-чуть глубже посадить. Переключаемся на модель, снимаем Ctrl, маску именно на ногах. И добавим теперь рубашку. Как это будем делать? Опять же маскированием, симметрией. Вот так все это дело маскируем, добавляем. Голову пока можно отключить. Вот так вот что-то получается. И давайте Ctrl-Alt. Вот так вот сделаем ровную полосу снизу. Вот таким образом. Ну, опять же, экстракт. Это уже будет толсто. Уменьшаем толщину. Что-то в таком духе. Ну и опять же, Accept. Снимаем маску. Рубашка у нас наметена. Нам теперь нужен воротник. Как его делать? Можно сделать именно выбрать append и выбрать какой-нибудь примитив. Ну вот, возможно, цилиндр. Вот с цилиндра будет прикольно делаться. Или давайте просто порисуем. Опять же, будем рисовать и делать экстракты. Кисточку уменьшаем. Теперь можно нам Shift, левая кнопка мыши, закрыть все сабтулы и выделить именно тот, который нам нужен. Берем Ctrl. Можно здесь уже без симметрии X отключить. Ctrl-D добавить дивайдов. И попробуем. Так, снимаем маску. А дальше рисуем вот именно вот от этой части. Вот такую делаем штуку. Вот так вот. И делаем экстракт. Вы видите, что рисует и внутри. Нам этого не надо. Заходим в Brush и находим автомаскинг. Нажимаем именно Ctrl, зажимаем автомаскинг и находим Pack Face Mask вот этот. Теперь, если мы будем Ctrl-Z рисовать вот на модели, то снутри уже она не проявляется. Рисуем теперь Ctrl и вот такую вот соплю. Ну вот что-то в таком духе. И делаем экстракт. Пусть она потолще будет, не проблема. Сейчас все это дело доработаем, изменим. Следом нам нужно взять гизму, подтянуть ее именно к шее, включить теперь голову. Так, приподнимаем ее вот сюда. Вот таким вот образом. Попробуем теперь шифтом все это дело выгладить. Ctrl-D добавить дивайдов.
И немножко все это дело здесь Move Topology дооформить. Дотянуть где-то вот так вот. Вот эту часть тоже дооформим, поднимем. Попробуем немножко порезать. Ctrl-Shift. Ставим Trim Rect. И как бы наискось. Так, дивайды. Забываю убирать. Delour. И вот так вот сделаем нормальный срез. Вот так вот. Следом Ctrl-Shift выбираем клик. Вот эту вот кисточку. И попробуем ей немножко попорезать тут все. Ну вот уже что-то. Заднюю часть пока без разницы. Нам именно вот эта часть пока нужна. И делаем Mirror and Well. Так, здесь она далековато. Подтягиваем поближе. Немножко выглаживаем. Mirror and Well. И надо, чтобы они соединились. Так, вот что-то в таком духе. Потом все это пролепится. Пока намечаем поближе где-то. К шее подставляем, чтобы все это было более-менее похоже на рубашку. И выглаживаем. Так, что-то симметрия тут, по-моему, сбита. Не беда, потом подправим. Так, следом нам нужна именно жилетка. Рисуем жилетку. Ctrl-Alt, где-то что-то можно подзачистить. И делаем экстракт опять же. Так, отцеп все принимаем и выглаживаем. Так, снимаем маску и шифтом немножко все это дело уменьшаем. Потом все это дело пролепим и чтобы она выделилась. Так, вот здесь тоже выделяем. В деформации можно инфлатом все это дело поднадуть, если маленькое что-то стало. Ну, вот так как-то. Ну, и следом нужен нам именно плащ. Выбираем, опять же, вот этот саптул именно модели, вот этого человека. Остальные через Shift все закрываем. Снимаем маску. И рисуем плащ. Тут уже система будет другая. Так, сначала вот так все это дело рисуем. Здесь она цельная. Здесь потом будем долепливать.
ниже не опускаемся и берем, вот так еще делаем. Так, что-то в таком духе. Так, Ctrl-Z. И вот что еще нужно сделать, да? Оставляем здесь зазор. Побольше можно. Вот так вот. И вот так вот рисуем. Ну вот, пойдет. Теперь не забываем, чтобы все было закрашено, чтобы потом не было никаких дырок, тонких мест. Так, здесь вот так. В принципе, нормально вроде как. Сейчас будем смотреть. Опять делаем экстракт. И теперь жмем Accept. Снимаем маску. И выбираем вот этот весь низ. Так, снимаем маску. Ctrl-D. Добавляем дивайдов. И вот так вот. Где-то выделяем вот эту часть. Смотрим, что у нас здесь с полигруппами. Жмем Ctrl-I и с помощью Gizmo вот это все опускаем вниз. Вот так вот. Теперь немножко S расширяем в эту сторону. Вот так вот. Вот такое что-то получилось. Теперь делаем всему этому Dynamesh Galore и делаем Dynamesh, смотрим резолюцию, какая нам понадобится. Ого, это я многовато шибанул. Так, а если 128? Смотрим, что Ctrl-D. И теперь пробуем, опять же, Mov Topology, кисточку побольше. Все это дело вытягивать. Вот так вот. Ну и шрифтом немножко, конечно, выглаживать. Вот вы видите, что появились тут такие вот дырки. Полигоны пропали. Не беда. Мы сейчас зайдем в инфлат. Деформация инфлат. Поднадуем его. И сделаем еще раз геометрии Dynamesh. Ctrl, левая кнопка мыши. Ну вот, что-то в таком духе получилось. Теперь все это дело выгладим. Низ тоже погладим. Ну вот, не видно у нас вот этих штанов сейчас будет, да? Еще раз выглаживаем, делаем вот эту поменьше. Вот так вот. Обрезать вот это уже не получится. Если вы это все обрежете, потом у вас
закроется полностью вот эта штукенция. Так. Так, в качестве эксперимента, в принципе, пойдет, потом если что переделаем. Включаем все саптулы через Shift левый клик. Вот такое получается что-то. Снимаем маску и смотрим, что у нас получилось. Что тут симметрии вообще? Flux. Ну, вроде эта модель по центру стоит, все нормально. Ну-ка. Ctrl-Z. Нужно все теперь это выравнивать. Вот сразу надо было как-то Ctrl-Z, X. Симметрию отключаем. Нам теперь нужно на пальто сделать воротник. Давайте тоже его нарисуем. Так, кисточку поменьше. И опять же через Ctrl. И подальше это все дело. Так, через Alt, где зацепили, нужно это все дело очистить. И делаем опять же экстракт. Так, это будет нормально и будет. Сейчас все это дело уменьшим. Через Shift все это дело выгладим. Сделаем более симпатично. Ну, а потом, само собой, пролепим еще. Так. Делаем Ctrl-D. Добавляем дивайдов. Здесь вот тоже чуть-чуть это дело выглаживаем. И приподнимаем. Так, с помощью Move и Gizmo. Это все вот сюда как-то подводим. И делаем геометрии. Mirror and Well. Так, the lower забываю отключать. Ну вот, уже прикольно. Теперь нужен нам воротник именно вот этой рубашки. Вот этой. Включаем Clay Buildup. И через Alt. Вот это так. Уменьшаем интенсивность. Давайте до двоечки опять. И вот так все это дело. Через Alt дорабатываем. Так, теперь Move Topology. Вот так все ставим. И нужно все это дело. Так, как бы кверху. Вот сюда середину эту вмять. Вот так. Здесь немножко сделать поменьше.
здесь чуть-чуть выгладить, сделать mirror and well. Ну, в принципе, вот воротник уже более-менее нормальный. Так, тут чуть-чуть его, конечно, тоже уменьшить. Здесь его тоже сделать прямым. Ну, опять же, Mirror and Well. Включаем все саптулы. Теперь нам нужно вот с этим поработать. Это что у нас тут? N английская. Смотрим. Так, это у нас рубаха. Это тоже понятно. Штаны. Воротник еще один. Вот так он будет. Ну и шрифтом тоже все это дело выглаживаем, подгоняем, где он приблизительно должен быть. Так, и что-то, вот это вот, что у нас такое? Это у нас рубаха. Значит, вот этот воротник, так, не этот, вот этот. Нам нужно... рубаха объединить. Так, давайте опять же Move Topology, маску снимаем и уводим рубаху именно за воротник. Жмем Mirror and Well. Ну вот уже как-то так. И рубаху можно поменьше. Следом, что у нас тут еще есть? Ну вот уже здесь преобразовалось как-то. Нужно еще вот воротник вот этот, на, как его, на плаще подогнать, чуть-чуть там в бок увести, пролепить. Так, что еще нам нужно? Ремень. Давайте добавим ремень. Это делаем дубликат именно N вот этого плаща. Делаем дубликат. Все отключаем. Делаем Ctrl-W и одну полигруппу на всякий случай. И открываем вот эту кисточку. Курс Trap Snap. Так. Чтобы все это нормально получилось. Без симметрии. Проводим курву вот так вот. Ловим вот этот вот красный, чтобы полоска появилась. И продолжаем дальше рисовать. Ну вот что-то в таком духе. Теперь можно все это дело немножко поподвигать. Ctrl-Z. Так, что еще? Ну, дорисовать что ли его, чтобы он точно уже состыковался. Вот так вот. И делаем, снимаем курву, нажимаем на Mesh. И
жмем Ctrl-W и разделяем Split Group Split. Окей. Теперь нам вот этот плащ не нужен один, его нужно удалить. И вот у нас получается уже ремень широкий, нормальный. Так. Ctrl-Z. Делаем Move Topology и немножко его тут как бы подравниваем. Ну вот и сзади он нормально. И спереди. Чуть-чуть надуваем. И делаем геометрию мира and well. Так, ремень наметился. Теперь нужны перчатки. Выбираем теперь N английское персонажа. И попробуем сделать перчатки. Каким образом? Мы сначала замаскируем вот эти вот руки. Или хотя бы одну вот эту кисть. Где-то вот до сюда. Сделаем дубликат вот этому персонажу. Сделаем Ctrl-W. Теперь выбираем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, вот эту вот руку. Делаем геометрии DL Hidden. И попробуем инфлатом это все дело поднадуть. Посмотрим, как получится перчатка. В каком она будет именно в состоянии. Так, да? Вот ее побольше. О, вот так, да. И теперь нужно ее сделать scale еще чуть-чуть больше. Так, включаем все сабтулы. И вот эту перчатку попробуем теперь к руке подставить. Вот для анимации она плоховато будет, потому что пальцы толстые. Так, где-то вот так все это дело. Во. Ну, а на этой модели можно руки вот так удалить. Ctrl-W. Они нам, в принципе, уже не понадобятся. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Делаем, опять же, Mirror and Well Del Hidden. И делаем Mirror and Well, зеркалку. Теперь нужно перчатку выбрать и сделать ей тоже зеркалку. Так, ну вот что-то в таком духе. Ремень есть, все, наметка вроде есть. Теперь нужно нам выбрать N английское и поставить. Так, штаны нужно пролепить. Выбираем кисточку Clay Buildup, ставим ее побольше. Опять же, настраиваем brush. Заходим автомаскинг и баг фейс маск. Для чего? Чтобы с внутренней стороны не рисовало. Так, смотрим, симметрия включена. И вот здесь вот как бы поднакидываем массы. Так, Shift, левая кнопка мыши.
Что нам нужно еще сделать? Нам нужно теперь ноги вот эти дооформить. Ну, вот такая получается заготовка. Теперь нужно на плащ именно и вот эти перчатки чуть-чуть здесь пообрезать, где-то пролепить. Здесь нужно тоже пуговицы добавить, галстук добавить, там рубашку дооформить. Так, ну и ремень, в принципе, что тут? N плащ. На плаще вот эти вот мышцы не нужны. Он нужен просто как плащ, ровный, без анатомии. Так, что тут еще у нас? Так, ну и в принципе что? Выбираем N именно перчатки. И давайте их чуть-чуть пролепим. Так, сначала мы их, наверное, обрежем. Возьмем Ctrl-Shift. И вот этот Trim Curve. Вот так, теперь нормально. И попробуем сделать код Ctrl-W. И все это дело пролепить. Так. Ctrl-D. Дивайдов добавить. И все это дело чуть-чуть докидать. Так, перчатка есть. Тут ее уже долепить, дооформить, конечно. Делаем опять же Mirror and Well. Смотрим теперь, что у нас тут с плащом. Берем кисточку стандарт. Уменьшаем ее и через Alt попробуем вот это сильно Ctrl-Z еще меньше делаем вот этот вот Draft Size и через Alt вот тут как бы надрезаем. Так, теперь что нужно сделать? Симметрию отключаем, X. Побольше кисточку. И вот здесь вот долепим вот такую вот штуку. Чуть-чуть ее вот так вот шрифтом выгладим. И кисточка стандарт вот эту возьмем, ее поменьше. И наметим вот эту вот полосу. Вот так как-то. Ну, опять же, складки, пуговицы добавляем. Это можно добавить
append и добавить цилиндр. Вот так вот. N английское, переключаемся на цилиндр. Делаем теперь scale, gizmo уменьшаем. Еще раз уменьшаем. Перекручиваем все это дело. Делаем всему этому DynaMesh. Так, сначала делаем Ctrl-D, чтобы она гладкая стала. Del Lower Divide удаляем и делаем DynaMesh. Добавляем Ctrl-D. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Еще Ctrl-D, Ctrl-D. А теперь вот делаем DynaMesh. Вот теперь получше будет. Маску выбираем именно круг. Ctrl левая кнопка мыши. И вот так вот здесь маскируем. Ctrl-Z. Делаем Ctrl-I, инвертируем маску и попробуем вот с помощью MOV так ее увести вдаль. Все, ну вот такая получилась пуговица. Del Lower. Так, уменьшаем теперь ее. Делаем S. И подставляем вот сюда к кителю. Чуть-чуть перекручиваем, конечно, подгоняем, смотрим, чтобы все тут нормально установилось. Это вот она еще большеватая, еще поменьше. И в бок ее так уводим. И приподнимаем кверху. Теперь делаем Ctrl и вот дублируем левая кнопка мыши. Так, устанавливать лучше сразу как надо, чтобы потом сильно их не переделывать. Ctrl-I, подгоняем, подкручиваем, устанавливаем, подводим. Вот так вот. Ну и чтобы пуговицы были лучше видны, здесь можно, так, не туда нажал, N включаем плащ и можно чуть-чуть его тут пролепить. Alt. Левая кнопка мыши. Как-то углубить вот эти части. Ну, вот так как-то. Так. Теперь получается N. Что у нас тут с воротником? Так, его немножко, давайте Mov Topology возьмем, побольше кисточку поставим и вот так как бы кверху и как бы к низу вот так вот.
Так, ну вот что-то так получается. Пока набросок. Ну, теперь нужен галстук. Добавить какие-то детали. Добавить здесь сзади вот эту его аппарат. Ну и можно его уже как-то использовать. Так, N выбираем плащ. Если мы сейчас плащ отключим, то гражданин выглядит вот таким вот образом. Ну и N можно отключить именно ремень. Ну вот с этим уже работать. Допустим, если нам нужен он без плаща, то делаем и рубашку, прорабатываем и вот эти все детали. Так, что тут? Рубаха. Так, пуговицы тоже. Отключим, пока не нужны. Ну, вот этого персонажа, в принципе, можно уже пообрезать и удалить. Вот ноги только у него забрать. Он же нам не нужен уже. Персонаж будет одетый. Так что берем Ctrl-Shift. Что тут у него? И вот забираем чисто вот эти ноги повыше. Все, персонаж теперь нам то тело не понадобится. Теперь только вот это все дорабатываем. Добавляем каблуки. Как-то здесь все выглаживаем. Преобразуем все это дело в обувь. Так, рубашка заправлена в штаны, значит, выбираем штаны. N выбираем, значит, рубашку. Вот она, рубаха. И рубаха должна находиться дальше именно вот этого кителя, да? Тут можно ее полностью выгладить вот так вот, чтобы открылся у нас сам китель. Ну, вот это как ее называют. Безрукавка это. О. Так, воротник еще N можно отключить. Вот этот. И немножко тут докорректировать. Так, ну вот такой вот получился персонаж. И в принципе получается вот такой вот заготовка персонажа. Еще надо добавить ему чуб, волос проработать, ну опять же детали, покраска, галстук и так далее. И все. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике постараюсь вот это все дело уже доделать, показать вам на ускоренном, возможно, потому что ну, там уже подольше все это будет дело происходить. Где-то складки, где-то там подрезать, где-то что-то, да как-то. Ну и потом раскраска. Возможно, вставлю даже кости и в позу его поставлю. Все, всем пока, до свидания.